27 по 28 мая с 16 до 20.00 в режиме онлайн-конференции специалисты поисковых отрядов Подмосковья будут вести прием населения для консультации в рамках проекта «Судьба солдата онлайн». В связи с введенным в Московской области режимом повышенной готовности общение с заявителями проходит удаленно на платформе Zoom. Поисковики продемонстрируют заявителям работу по их обращениям в общедоступных базах данных Министерства обороны и специальных справочных ресурсах.